В Якутске впервые прошел фестиваль уличных и клубных танцев «Ритм» – ритмичный интернациональный танцевальный марафон. Организатором фестиваля стал Дом дружбы народов имени Алексея Кулаковского. Было представлено сразу 5 направлений – танцы народов Якутии, сюжетный народно-сценический танец, современная хореография, уличные и клубные танцы. На нашем первом открытом республиканском танцевальном марафоне «Ритм» участвовала более 500 участников танцевальных коллективов. Если говорить о географии, то у нас география захвачена тем, что у нас Вилюйский улус присутствовал, Намский улус, Таттинский улус, ну, конечно же, город Якутск. Хочется отметить, что в этом году у нас впервые в конкурс введено такое направление, как «Уличные танцы». Марафон собрал участников под девизом «В ритме танца и позитива». Невероятно зрелищным стал второй день, где команды соревновались по уличным и клубным танцам. Были представлены брейк-данс, локинг, хип-хоп, поппинг, крамп, хаус, вок, данс-холл, джаз-фанк. Самое главное, здесь был уличный баттл, настоящий между командами. Между 8 командами девочки, мальчики все танцевали в честь дружбы, в честь того, что мы любим танцевать. И мы хотим сказать, что у нас город Якутск, он прежде всего танцующий. И автобус радости желает всем больше улыбок, больше добра и больше позитива! Мы очень рады участвовать в таком мероприятии, потому что мы хотим, чтобы именно наше направление, уличные танцы, то, что мы танцуем, очень развивалось у нас в городе Якутске, не только в городе Якутске, но и по всей республике. Вот наша школа танца Level Up уже работает 3 года. Наши дети участвуют в республиканских фестивалях вот таким вот составом. И во всероссийских фестивалях мы тоже активно участвуем, набираемся опыта, посещаем мастер-классы. И, конечно же, мы очень рады поделиться своим опытом с другими участниками. И 5, 6, 7, 8, level up! Только наверх! Двухдневный фестиваль «Ритм» подарил незабываемые впечатления. Он стал уникальной площадкой, где каждый участник смог выразить себя. Фестиваль «Ритм» раскрыл красоту танца, музыки и движения в различных стилях – от классики до модерна. Пресс-служба Дома дружбы народов имени Алексея Кулаковского.